глаза выпуклые, открытые. Все правильно у нас, педали жиры своими глазами. Все правильно, абсолютно мегалорчик хороший. Ровный, длинный, хлесткий хвост. Замечательная девочка. Пересаживайте. Как у нас этот ряд получился такой? Сфинксовый. Да. Теперь у нас мальчик. На сфинксах очень хорошо, когда они пикалурные, либо ваны, либо орликины, очень хорошо смотрится окрас, да, такие пятнистые коробки получаются. Сейчас мы такого одного увидим. Покажите сфиночки вот так. Вот такая у нас пятнистая коробка, это же надо прямо... Ровные горохи нарисованы, да, вот золотой. Прекрасного цвета насыщенного глазки. Отличной формы глаза. Хорошего постава уши. Прекрасный ребенок. Скажите.